ميكروفون ما سطروا برا ممكن لما ده ميكروفون ما كده بس ممكن اسمع كده ده اللي كده الميكروفون بس صوت كده هو طلع إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ممكن ли это Я тоже могу спуститься. Пожалуйста, пригласите. Пожалуйста, пригласите человека на сцену. Вы его обещали спустить на сцену. Тауш көтеру өгіп тұрған деген тәбет еш органдарын тамамлап бітей. Основание чего тебя чопывает? Аңнамай, брат. Куда ты бери? Ошен. Куда? Эй, эй, еме, қолына ал. Ал қолына. Изделегат бара, изделегат бара. Избранный. Избранный. Бафури района. Башкорт и Жмана. Я попросил слово, мне дали. По пути к сцене меня забрали. İsteme kız nişek. Ладно, хорошо, пожалуйста. Пройдите. Фамилия. Минуту, пройдите, пожалуйста. Эй, тут мало, не наш не иду, эй. Машкурт-то. Где я? Где я? Где я? Где я? Где я? Илмир, сіз нәрсе деп сұрадыңыз? Хуй мұрағалы, не хуй берділе. Нәрсе тілейдіңіз? Келсен бай, хуй берді. Тебен делегаттарды хайлағанлар не бетінде? Бәді ебермәлі. А зачем вы его на основании чего проводите? Вы его задержали, что ли? Нет, нет. Наглым образом, мені делегаттарды... Нет, нет. Все, отпустите. Башкұртса әлі, башкұртсы ғымын? Нет. Татар. Ну все. Татарса или татар? Пойдемте, пожалуйста. Пойда. Он задержан? Ну все, тогда зачем вы руками трогаете? Беседуйте с ним. Организаторы обратились к нам. Да. Давай, пожалуйста, разберемся сейчас. Все, ну все, давайте здесь разберитесь. Он шагом, Нет, а зачем вы трогаете, раз вы не задержаны? Не приезжайте. Нормально попросил. Куда? Зачем? Вот сюда. Основание. Группа разбора машин служебной. Пройдемте, пожалуйста. Давайте пройдемте, пожалуйста. Майор. Пройдемте, пожалуйста. Пройдемте, пожалуйста. Зачем? Это нормально. На основании чего его? Обращение поступило. Обращение. Какое? Организатора. Ну, он же, он избранный. Ну, отпустите, не надо меня трогать. Ну, пройдемте, нормально же вас спросим. Ну, в смысле, вы меня толкаете, ненормально, пора. Вы сами же ложитесь, зачем вы ложитесь? Ну, в смысле, руки. Ложитесь, сами стоите. Улыбнулся. Можно, пожалуйста, смотрите, в соответствии с законом полиции ко мне поступило обращение. Мне нужно разобраться. Пожалуйста, устное такое обращение. Сейчас письменное будет. Пожалуйста, пройдемте, я вас нормально прошу. Я вас нормально попросил? Все, здесь он тебе правильно сказал формулировку. Пройдемте, пожалуйста. Я же вас нормально же попросил. Фамилия знаете. Две минуты сейчас я вас запишу. Все, все, не дергайся, он тебе правильно сказал. Фамилия знаете. Иди спокойно, иди. Все, он по закону тебя попросил. Все.